Программа выходит в эфир при поддержке Вятского государственного университета. Книги рождают мечту, вызывают ее к жизни, заставляют размышлять, воспитывают самостоятельность суждений. Помогите своему ребенку полюбить мир книги вместе с магазинами «Бумага». Здесь вы найдете научную и художественную литературу для семейного чтения, развивающие игры, учебные пособия и рабочие тетради. Огромный выбор книг для исследователей всех возрастов. Читайте и изучайте вместе с сетью магазинов «Бумага». Огромный выбор книг на Октябрьском, 88 и МОПРО. Детская познавательная программа «Открывашка». Открываем мир вместе. Доброе утро, дорогие слушатели, юные открыватели, мамы, папы, бабушки, дедушки, все родственники, которые вместе с нашими юными исследователями прильнули сейчас к динамикам своих мобильных устройств, к радиоприемникам, потому что мы начинаем программу «Открывашка» здесь на 101.0 FM. Меня зовут Алексей Андреев, всем еще раз привет, и сегодня по традиции вместе с нами в студии гости, вместе с нами соведущие, те самые юные открыватели, которые традиционно даже уже не помогают, да, вести программу, а сами ее ведут, делают это успешно, и нам очень хочется надеяться, что в скором будущем они это будут делать совершенно самостоятельно, без участия взрослых, возможно. И сегодня как раз-таки две юные исследовательницы помогают мне вести эту программу. Это Ева Кравцова и Злата Андреева. Здравствуйте, девчонки. Доброе утро. Как дела, как настроение, что нового, как погодка вам сегодня с утра? Выпал снег. Да, если кто не в курсе, очень кировчане, много снега. Если вы только-только проснулись и еще не выглядывали за окошко, то лучше туда и не смотреть, потому что там настоящий снежный апокалипсис. Выпало, ну, я не знаю, месячная норма, наверное, осадков, это точно, и обещают, что снег будет валить дальше. Так что весна уходит, весне дорогу никто не дает. И это могло бы стать темой нашей сегодняшней программы, но мы будем говорить не о неожиданно вернувшейся зиме. Сегодня у нас в гостях настоящий писатель, поэтому мы будем говорить о творчестве, о юных талантах, о дарованиях, о том, как развить в себе талант и что, собственно говоря, это может за собой принести. Итак, у нас в гостях сегодня тот самый юный писатель Максим Мельчаков. Максим, привет. Здравствуйте. Доброе утро. И он пришел не один, чтобы вы сразу понимали, что все абсолютно серьезно. И это действительно настоящий писатель, у которого уже есть своя книга. Вместе с ним пришел издатель непосредственно, человек, который профессионально занимается продвижением и молодых талантов, и уже известных авторов. Человек, который в издательском деле далеко не новичок, Евгений Дрогов. Евгений, доброе утро. Доброе снежное утро. Да, вот каждый раз, когда мы добавляем про снег что-то, у нас сразу про доброту и про доброе утро как-то забывается. Но мы в хорошем настроении, зато все с утра прошлись пешочком, отбросили в сторону все свои дела, заботы, думали только о том, как добраться до нужного пункта назначения. Итак, друзья, вот мы решили сегодня тему именно так обозначить, но добавим к теме творчества и литературы, и писательского таланта, мы добавим еще одну дополнительную тему, которую, кстати, девочки у нас сегодня помогут раскрыть на все 100%. Тема связана непосредственно с книгой Максима Мельчакова, которая вот у нас сегодня есть в студии. Разрешите, я даже продемонстрирую и расскажу чуть попозже о том, как ее можно будет заполучить. Вот этот вот как горячий пирожок с полужару из типографии поступила эта книга Максима Мельчакова, а тема ее «Пираты», «Пираты путешествуют», поэтому как раз-таки сегодня о путешествиях, пиратах и обо всем об этом будем разговаривать. Ну, в общем, мы как-то так решили завернуть приключения, пиратство, путешествия, море, в общем, все в одном. Если что-то у нас, если я не так понял смысл этой книги, Максим меня, кстати, поправит и расскажет всем остальным слушателям, тем больше будет интереса ее прочитать. Ну, а чтобы было интереса сразу максимально много, мы напомним, о чем, Злат, что у нас есть всегда. Призы. У нас есть призы, подарки, которые мы разыгрываем в студии каждое воскресенье утром, поэтому, если вы решили просто послушать, а не отвечать на вопросы, совершенно напрасная затея. Лучше все-таки поближе держать этот телефон и быстрее звонить нам, если знаете правильный ответ. Звонить нужно по номеру 211-101 в прямой эфир. Какие подарки, кстати? Что мы будем разыгрывать сегодня? Сегодня у нас есть, конечно же, книги. Это «Энциклопедия пираты», «Энциклопедия чудеса России», многие другие книги. Ну и, конечно же, книга «Капитан Минральд» Максима Мельчакова, нашего гостя сегодняшнего. Есть приглашение. Приглашение на двоих в театр на Спасской на спектакль «Роза и Соловей». Приглашение на двоих в драматический театр на спектакль «Комната сбывшихся желаний». Приглашение на двоих в первый батутный парк «Марио». И приглашение на двоих в кота-кафе «Зуки».
Супер. Есть где развернуться нам, когда мы будем вас одаривать. Ну и есть из чего выбрать, собственно говоря, вам, дорогие слушатели, когда вы будете отвечать на наши вопросы. Евгений, давайте с вас, как с самого взрослого гостя и самого опытного, первый вопрос, чтобы сразу вот для затравочки у нас гости оживились. Ну, если сразу сходу, пусть тогда наши юные слушатели ответят вот на какой вопрос. Не секрет, что всему нужно учиться. И свой литературный талант, если он есть, нужно развивать. Действительно. Так вот, в каком вузе учат на писателей? Как он называется? Классный вопрос. Классный вопрос. Ребят, отвечайте поскорее. Звоните нам в студию по телефону 211-101. Подарков много. Первый подарок мы готовы уже вручить кому-то из вас. Если не знаете сами, ну по какой-то причине еще не в курсе, куда, допустим, пойти учиться в дальнейшем, спросите ваших родителей, пусть они вам помогают, отвечайте совместными усилиями. Нам это только нравится, и вам это тоже, я думаю, будет на руку. Поэтому звоните 211-101, а мы вернемся к Максиму. Максим сегодня очень напряжен с утра, потому что он понимает свою ответственность. Все-таки пришел официальный, как гость, как начинающий писатель. Макс, давай с простого. Вот как появилась идея написать книгу? Были ли какие-то к этому, ну вот, причины такие основные? Или просто раз озарение, вдохновение вот, нахлынуло и все. Пишу, сдаю в издательство. Нет, были идеи, как создать книгу по мелкому. Писал, и получилась книга. Вот писал. И судя по всему, вот девочки, знаете ли вы, что лежит сейчас перед Максимом? Как вы думаете? Черновики, может быть, его нет. Но у писателя это называется, наверное, рукописи. Знаете, которые не горят. Да, бессмертная фраза. Рукописи не горят. Ну, их лучше, конечно, не испытывать на прочность, тем не менее, это рукописи. У нас уже сразу звонок, что ли, есть. Ничего себе, представляете, только мы хотели поговорить про рукописи. Уже есть первый звонок. Принимаем. Доброе утро. Здравствуйте. Как вас зовут? Девочки, что вы замерли-то? Давайте вы уж пообщайтесь с нашим гостем. Вернее, гостей, судя по всему. Михаил. Ничего себе, извиняюсь, Миша, ошибся сразу. Вот такой вот у тебя голос с утра. Миш, сколько тебе лет? 10. Так. Ну вот у нас Евгений Дрогов в студии, он задал вопрос. Я повторю вопрос. Да. Как называется высшее учебное заведение, где учат на писателей? УРГГУ. Еще раз? Уральский государственный университет. Ну, у нас есть специальное учебное заведение, единственное в мире такое, где есть прям настоящий институт. Где вот учат на поэтов, писателей и драматургов. Миш, есть возможность поправиться? Вот, на самом деле, ты отчасти, возможно, прав, потому что есть наверняка в Уральском госуниверситете хотя бы журфак, на котором действительно журналисты учатся писать тексты, или и, возможно, становятся писать филология. Или филологический, да, факультет. Но вот есть конкретно прям настоящий университет, институт, который прям писателей готовит, прям профессионально. Готов ответить? Мы тебе можем немножечко подсказать, да, Евгений? Хотя бы в каком городе находится? Он находится в городе Москва. И носит имя известного писателя российского, советского. О, сейчас там Михаил, мне кажется, совсем сник. Итак, Миш, есть ли ответ у тебя на вопрос все-таки, какой конкретно профессиональный вуз готовит писателей? Нет пока. Ну давай, значит, смотри, мы сделаем таким образом. Так как ты первый дозвонившийся, так как ты все-таки старался ответить на этот вопрос, подарок мы тебе в любом случае вручим. А вот Евгений сейчас откроет и тебе тайну, и всем остальным слушателям, в каком же вузе готовят настоящих писателей. Вуз называется Литературный институт имени Алексея Максимовича Горького. Да. Литинститут. Вот именно там повышают свою квалификацию все те, кто обладает талантом писателя и хочет стать профессиональным писателем. Причем реально я знаю людей, которые его, собственно говоря, успешно заканчивали в свое время. Вот у меня один из одноклассников, как раз-таки выпускник Литинститута. Ну, Миш, выбирай подарки, какие бы тебе хотелось, куда-нибудь сходить или что-нибудь прочитать. Я тебе рекомендую второй вариант. Что-нибудь прочитать. Я думаю, за эфиром тебе редактор подскажет, какую книжку ты можешь выбрать, ну, и, естественно, расскажет, как ее можно забрать. Спасибо большое, Миша, за звонок. Дорогие друзья, вот последуйте примеру Михаила, звоните нам утром, отвечайте на вопросы. Мы, кстати, сразу же вопрос сейчас зададим, да? Почему нет? Напомним сначала о том, что у нас есть группа ВКонтакте,
в которой физики Вятского нашего любимого, не Уральского, а Вятского госуниверситета, подготовили вопрос еще на прошлой программе. И этот вопрос звучит следующим образом. Возникает ли индукционный ток в металлическом контуре автомобиля при движении в магнитном поле Земли? И в каких случаях это происходит? Если вы знаете ответ на этот сложный вопрос, далеко не гуманитарный как раз-таки, то прямо в группе ВКонтакте отвечайте. И мы чуть позднее в эфире разыграем, опять же, подарок, если вы назовете правильный ответ. Группа так и называется ВКонтакте «Открывашка», «Эхо Москвы», «Киров». Заходите туда, пишите свои ответы. Ну, а мы, естественно, потом найдем победителя. Это вопрос, который в интернет-пространстве гуляет, а вот сейчас вживую прозвучит вопрос, наверное, от Максима сразу. Да? Нет. Давай зададим вопрос, чтобы у нас слушатели, опять же, могли получить возможность выиграть какой-нибудь подарок, приз. Как называется кухня на корабле? Вот, все очень просто. Тема тоже связана с книгой Максима и с сегодняшними нашими путешествиями, приключениями. Как называется кухня на корабле? Звоните 211-101. Ну что, продолжаем. Вот эти рукописи. Да, Макс, а это рукописи того самого произведения, которое сейчас уже обрело вот реальную книжную форму? Или это какая-то новая уже готовится книга? Это рукописи всех книг. Ох, а сколько их у тебя? Много. Примерно. Да, вот девчонки сразу заинтересовались. Ничего себе, сколько много. Тебе лет сколько на сегодняшний день? 10. Ты за 10 лет? Ты пишешь? Да. С какого возраста ты начал вот так вот активно писать? Помнишь примерно, с какого возраста? На каникулах после второго класса. То есть, по сути-то, это буквально 2-3 года, да? Не больше. И уже несколько книг. Девочки, к вам вопрос. Был ли у вас подобный опыт писать что-то, сочинять, придумывать, фантазировать? Сочинение в школе. Ну, то есть дальше школьных сочинений пока не пошло. Хотели бы, чтобы вот так вот у вас книга вышла, причем вот там сейчас ответ мы обязательно услышим уже, потому что звонок нам поступил. Книга, насколько я помню, там не меньше 1000 экземпляров, правильно, да, тираж? То есть вот так вот сразу, как минимум 1000 человек прочитает книгу Максима. Это ж здорово, взрослые еще не каждый, мне кажется, об этом мечтает. Причем вот такая хорошая, не в мягкой какой-нибудь там обложке, а настоящая книга, которую вот не стыдно поставить свою книжную библиотеку на полку. Ладно, мы вернемся к этому позднее. Итак, вопрос, Максим, принимай ответ. Вопрос был какой у нас, напомним? Как на корабле? Как на корабле называется кухня. Называется кухня, и у нас есть дозвонившийся. Доброе утро. Привет. Как тебя зовут? Меня зовут Павел. Павел, угу. А сколько тебе лет? Мне 9. И как называется кухня на корабле? Кухня на корабле называется камбуз. Как вы думаете, девочки, это правильный ответ или нет? Ева, камбуз. Верная версия? Мне кажется, да. Влада? Не знаю, наверное. То есть не знакомы с морской этой терминологией. А вот Максим в курсе. Итак, Максим, правильный ли ответ? Камбуз? Правильный. И это абсолютно правильно. Паша, мы тебя поздравляем. С добрым утром. Что хочешь получить в качестве подарка? Ну, я хочу какую-нибудь книгу. А вот, Злат, расскажи, что у нас есть в качестве подарка. Смотри, у нас есть энциклопедия «Пираты», энциклопедия «Чудеса России», энциклопедия «Тайны моря». Есть книга «Пират. Руководство для начинающих». Эдуард Веркин «Настоящее приключение. Спасти Элвиса». И книга «Драконья сага». Вот так вот. Я ничего не запомнил, запутался только. Поэтому, если сумел сразу сходу... Что? Я хочу книгу о драконе Камбы. О драконах. Драконья сага. Драконья сага. Все, за эфиром редактор расскажет тебе, как ее можно получить. Вернее, ты ее уже получил, как ее можно забрать. Спасибо, Паша, большое. Приятного воскресенья. Продолжаем. Вернемся к писательскому таланту, вернемся к развитию. Вот, Евгений, а как к вам, собственно говоря, попало творение Максима? Да, это интересная история. На самом деле, это первый в нашей практике вот, издательство «Украдкой» за 12 лет случай, когда мы издали книгу юного автора, угу. Такую самостоятельную, отдельную книгу. Обычно начинающие у нас поэты, писатели попадают в какие-то литературные объединения, студии, где вот, развивают творчество. А к нам в данном случае пришла Анастасия Ворончихина, педагог дополнительного образования. Угу. Из Кирово-Чепецка, у которой занимался Максим. И они занимались вот сочинением разных историй и их театрализовывали, делали представления.
И она сказала, что вот среди детей, которые у нее занимаются, есть Максим Мельчаков, который сочиняет уже настоящие... То есть такие самостоятельные, да, полноценные... самостоятельные произведения, и хотелось бы, чтобы они получили выход, скажем, ну, уже такой настоящий. Вот. И мы, конечно, взялись читать рукописи, которые уже были набраны на компьютере и немножко даже отредактированы. Угу. И редакторы в издательстве, и мы показывали настоящим нашим вятским писателям произведения Максима, и все пришли в восторг от того, что прочитали, потому что для мальчика 10 лет это, ну, достаточно интересно и талантливо написано. Вот. Потом мы встретились с родителями, с мамой Максима, и вот идея выпустить книгу нашла, скажем так, финансовую поддержку, финансовое подкрепление со стороны родителей. Ну, мама Максима, сегодня, да, мама сегодня с нами, мама тоже переживает, волнуется. Маме большое спасибо за вот поддержку как раз-таки в данном случае. Вот, и поработали наши еще редакторы с рукописью, оформил книгу художник Татьяна Коршунова, и вот совсем недавно мы получили тираж из типографии. То есть, ну, я говорю, вот практически вот действительно с пылу с жару, да? Вот да, он. Книжка практически вот только что вышла, ее уже мало еще кто видел и тем более читал. Но у слушателей, я думаю, есть возможность один экземпляр книги сегодня вот этот вот получать. Вот, вот этот, его, друзья. Алексей держит сейчас в руках. Вот. Я хочу сказать, что книга не совсем о пиратах, это книга о морских путешествиях. Ну да, скорее, больше о путешествиях. Да. И вообще мы пытались определить жанр этой книги совместно с редакторами, не смогли до конца определить. Это и сказка, и приключения, и в каком-то смысле фэнтези, потому что, как присуще сказке, здесь иногда совершенно неожиданно происходят, да, чудесные избавления от каких-то тягот и страхов, и совершенно неожиданно развивается сюжет. Вот. Но книга написана легким таким языком. Как сказала у нас художник Татьяна Коршунова, мне очень, ей очень понравилось, что нет затянутых описаний, как любят взрослые писатели. А вот давайте писать. Сейчас, Евгений, сразу как раз-таки спросим. У нас есть мнение взрослых, ну, как вы уже сказали, действительно сложившихся писателей, которые имеют там и опыт, и представление, как нужно писать. И есть вот юные непосредственно читатели, которые, на которых, наверное, ориентирована в первую очередь эта книга. Девчонки, вам, вы успели хотя бы немножечко прочитать, насколько я знаю. Понравилось? Что понравилось? На что обратили внимание вы именно? Ева. Ну, мне тоже очень понравилось, что здесь нет лишних описаний. Угу. И тут все очень легко и интересно. Ну и вот мне понравилось тоже, я так вкратце, я понимаю, что, наверное, надо было какие-то вещи мне тоже здесь для себя почерпнуть, потому что книга у меня была пару дней в распоряжении, но не успел, к сожалению, это сделать. Увидел только то, что мне всегда очень нравится вот в подобных книгах, четкое деление на главы и четкое понимание того, что будет в этой главе описываться. То есть, если называется глава «Шахта», то я примерно понимаю, о чем там будет идти речь. И вот эта вот кажущаяся простота, да, она ведь дает свой как раз-таки плюс, Злат. Ты вот часто книжки читаешь подобного характера? Приключения, фэнтези? Вообще тебе нравится этот жанр? Который, ну, в принципе, пока здесь да. до конца не определен, но есть что-то да. подобное. Да. Нравится. А сами приключения кого вдохновляют? Кому бы хотелось отправиться в настоящее морское приключение? Честно. Только не так вот, как сейчас у нас путешествуют, да, вот этот круизный лайнер многопалубный, да, когда все удобства на борту, когда все за вас уже сделано, а именно вот так по-настоящему встать у штурвала, соленый ветер морской в лицо, Максим, брызги. Ты хочешь Макс, путешествовать? Ты сам вот путешествовал когда-нибудь так, или это просто только фантазии? Просто фантазии. А готов был бы отправиться, как капитан вот Минральд? Готов. Готов? Ну все, родителям нужно задуматься, мне кажется, сейчас о том, чтобы не только книжку поддержать, но и морское путешествие. Давайте зададим еще один вопрос по поводу морских путешествий. Я знаю, что у Евы достаточно много есть информации. Ева и расскажет немножечко нам, и сразу вопрос задаст. Что из... У меня вопрос на тему древних мореплавателей. Угу. Что из привезенных товаров помогло участникам экспедиции Магеллана возместить ущерб? Ничего себе. Хочу дать подсказку, что этой вещью мы пользуемся до сих пор
к тому же очень часто, а тогда она ценилась больше, чем золото. Итак, какая вещь помогла Магеллану, да? Фернан Магеллан, участникам его экспедиции, как раз-таки добиться успеха. Итак, вещь эта есть и в современном нашем обиходе, да? Очень ценная. Тогда она была, сейчас это уже такая, ну, повседневная какая-то вещица, да, которая особого, да, особой ценности не имеет. Если знаете ответ, звоните 211-101. Ева, я думаю, нам потом расскажет чуть подробнее об этом факте. Ну а мы, опять же, Максим, скажи, пожалуйста, возвращаясь к твоей книге, вот оформление книги, это тоже достаточно интересная и большая часть ее успеха. Как она оформлена? Что, сразу звонок. Слушайте, ребят, мы сегодня не успеваем даже ничего рассказать вот так вот. Получается немножечко скомканно, сбивчиво, но тем не менее мы обязательно примем ответ, потому что нам всегда это радостно делать. Итак, Ева, принимай. Привет. Твой вопрос был. Здравствуйте. Как тебя зовут? Меня зовут Алина, мне 9 лет, я учусь в 22-й школе. Ты не первый раз сюда звонишь, нет, да? Нет, конечно. Прекрасно. Ну и что же им помогло возместить ущерб? Соль. Ну, соль тоже, тогда все было очень ценное, но это были специи. А на кораблях возили специи, сахар и соль. Ну, то есть все сразу. Ну, соль подходит ведь, правильно? Ну, да. То есть и соль, и специи, и сахар. Пираты. Поздравляем! Прямо захватывали эти корабли. Только чтобы забрать соль. И специи. Соль позволяла сохранить продукты. Да. Мяско в соли обваляли, и мясо хранится дольше. Ну, мы, собственно говоря, сейчас так иногда делаем. Ну, ладно, это опять же тема следующей уже, наверное, программы, как сохранить продукты. А, подарок. Подарок, я думаю, хотелось бы получить. Да, ведь? Какой? Ты уже определилась, книга или приглашение? Ну, не знаю. Ну, давай мы тебе поможем. Есть книгу, приглашение книгу в разные интересные места. Есть книгу. Книгу. Выбирай, какую. Вот смотри, у нас есть «Драконья книга, сага» уже ушла. «Чудеса России». Есть «Пиратская энциклопедия». Да. Или вот «Настоящее приключение», «Спасти вот Элвиса». Там мальчик книгу писал, а как ее вот взять? Можно ее. А вот мы попробуем, знаешь, таким образом. У нас будет следующий вопрос, и мы даже дадим возможность и тебе, и всем остальным слушателям. Тебе еще раз дозвониться, если получится, и всем остальным слушателям тоже оживиться. Мы обязательно действительно разыграем вот эту самую книгу, но вопрос у нас будет немножечко особенный, такой посложнее и от Максима. Так что соберитесь, во второй половине программы мы обязательно разыграем. А прямо сейчас редактор, я думаю, подскажет, какие еще книги можно получить, поэтому обязательно оставайся на линии, тебе помогут. Спасибо большое. Спасибо и звони нам еще. Возвращаемся все-таки к теме. Вот она, замечательная книга. Большую часть ее успеха девчонки вот знают, да? Особенно, кстати, девочки, мне кажется. Мальчикам иногда достаточно просто, хотя сейчас такое поколение. Картинка все равно играет роль, да? Согласитесь, да. Вот ну, да, одно да. дело получить вот такую классную, красочную, с интересной картинкой на обложке книгу, другое дело получить просто какой-нибудь монохром, да, черно-белый, и читать, который не очень интересно. Вот картинки есть в этой книге профессиональной художницы, насколько я понял. Но я знаю, что Максим ведь сам увлекается немножечко, да, еще и рисованием. Да. Еще и сам иллюстрирует свои произведения, правильно? Правильно. Вот в книжке есть что-то твоих рук, как говорится? Нет. В книгу ничего не вошло. А так на вот полях черновиков, как Пушкин в свое время, он же тоже иллюстрировал все свои произведения. Ну, Максим делился идеями. Угу. На самом деле в оформлении кое-что рук Максима использовано. Это фрагменты его рукописи. Если обратить внимание, угу, даже на обложке, вот этот почерк, это почерк автора. И художник очень гармонично вписала в оформление вот эти фрагменты. Вот спасибо, опять же, грамотному дизайнеру, художнику, вообще всем, кто трудился над этой книгой, потому что я только сейчас, вот здесь вот в уголочке, понял, что это не морские барашки вот эти на волнах, а это, оказывается, это же почерк, точно. Вот это же Максим, вот она, часть его рукописи здесь, как раз-таки в уголочке книги. Я даже почитать попыталась, это. Ну, я вот сейчас тоже пытаюсь там разобраться, но я понимаю, что это классно, вот действительно хороший ход художника, спасибо большое. И автора одновременно здесь сразу отразили. Итак, дорогие друзья, у нас сейчас будет небольшая музыкальная пауза, она тоже тематическая. После нее мы обязательно вернемся и зададим вам еще вопросы и разыграем обязательно книгу Максима Мельчакова «Капитан Минеральт» и его команда.
Ну что ж, еще раз всем доброе утро. В эфире по-прежнему программа «Открывашка» на 101.0 FM. Это «Эхо Москвы» в Кирове. Меня зовут Алексей Андреев. В студии у нас по-прежнему мои замечательные соведущие, наша юная открыватель Ева Кравцова, Злата Андреева, а также наши уважаемые гости Максим Мельчаков, начинающий писатель, и Евгений Дрогов, уже профессиональный, опытный издатель, который сегодня нам открывает имя как раз-таки Максима, возможно, будущего литературного гения. Не побоюсь этих слов. Немножечко, опять же, отойдем от темы сегодняшней нашей программы. Творчество, литературное, путешествие, которое в этих самых литературных произведениях описывается. У нас был вопрос в группе ВКонтакте, и у нас уже есть на него несколько ответов. Вопрос был сложный. Для гуманитариев вообще, мне кажется, не поддающийся какому-то пониманию, осмыслению, и уж тем более ответить на него гуманитарию сложно. Тем не менее, возникает ли индукционный ток в металлическом контуре автомобиля при движении в магнитном поле Земли, и в каких случаях это происходит? Нужно было в группе ВКонтакте «Открывашка Эхо Москвы Киров» написать свой вариант ответа. И вот у нас есть такие ответы. Алина, 9 лет. Рама автомобиля является замкнутым контуром. В объеме автомобиля магнитное поле Земли можно считать однородным. Магнитный поток меняться не будет. Не будет, соответственно, и тока. Кто-нибудь что-то понял? А сейчас внимание. Есть еще второй ответ. Магнитный поток может изменяться и в однородном магнитном поле, если изменяется число линий магнитного поля, пронизывающих контур. Девочки, все, сейчас у вас мозг должен, как у меня, взорваться уже просто. А так как при движении автомобиля по наклонной плоскости изменяется магнитный поток, то есть возникает индукционный ток. И я вам могу так сказать, несмотря на то, что вы ничего не поняли, несмотря на то, что у вас сейчас, вот я вижу там в глазах вот это шарики за ролики заходят, второй вариант более правильный, потому что у меня есть официальный ответ от наших авторов, от физиков профессиональных. Итак, правильный ответ звучит следующим образом. Индукционный ток в замкнутом контуре возникает в том случае, если меняется число силовых как раз-таки линий магнитного поля, проходящих через этот контур. Если автомобиль движется по ровной горизонтальной поверхности, то есть просто катится, поле не меняется, ток не возникает. Понятно? А вот если он поедет по наклонной поверхности, поле изменится и возникнет индукционный ток. Ева, выражение твоего лица сейчас красочно описывает всю тяжесть этой ситуации. Итак, второй вариант у нас ответа, как вы понимаете, более был верный. Там прям все уже практически слово в слово описали. Поэтому мы поздравляем Машу Сенаторову, 12 лет, школа номер 3 города Уржума. Представляете, ребята? Вот так вот. Давайте поаплодируем просто. Вот. Пусть услышат все наши слушатели наши аплодисменты. Машу мы поздравляем, ну и, естественно, подарок ей наш мы обязательно вручим. Свяжемся с ней чуть позднее. А что подарим? Давайте решим вот мы сейчас. Что подарим Маше из наших книг? Вот тема-то у нас сегодня интересная. Давайте, пусть Маша ненадолго забудет о физике, да? Ну хотя бы чуть-чуть. Вот я предлагаю как раз-таки классная штука. «Пираты. Руководство для начинающих». Вот пусть Маша почувствует себе дух вот этого корсара. В пиратстве, может быть, и физика пригодится. Точно, точно. Вдруг где-то нужно будет резко какую-нибудь вот эту индукционную катушку запустить. Возвращаемся все-таки к теме нашей сегодняшней программы. Литературное творчество, путешествия и так далее. Начнем сразу с вопроса, раз мы тему пиратов тут затронули. Злат, кто такие пираты, ты знаешь? Да. А можешь нам рассказать? Может, вдруг мы забыли? Или давай совсем-то уж про пиратов не рассказывай. Что-то интересное наверняка у тебя есть, о чем мы, может быть, даже и не знали как раз таки. Пиратство в своей первоначальной форме морских набегов появилось одновременно с мореплаванием и торговлей. Такими набегами занимались все прибрежные племена, овладевшие основами мореплавания. У пиратов был свой флаг, и с целью устрашения он использовался кроваво-красного цвета, и на нем были... А что было на нем? Вот кто знает? Символы Максим, смерти. Максим, какие символы были? Ну, мы же видели и фильмы, и мультики с самого детства мы смотрим, где мне есть пираты. Мне почему-то казалось, что у пиратов флаг «Веселый Роджер». Да, черный. Да, так и есть. Но он же не кроваво-красный. Он черный. Ну, там в основном был кроваво-красный. А потом уже, видимо, да, немножечко изменился. На нем были разные символы, что ли? Либо скелет, либо кости. Ну, то есть вот этот веселый Роджер, это черепушечка с костями, помним все, да? Да. Вот. Веселая черепушечка. В средние века наиболее распространенным способом нападения был абордаж. И в настоящее время пиратство распространено у берегов Сомалийского региона и Аденского залива.
Да, то есть пираты существуют по сей день, к сожалению, и нападениям подвергаются до сих пор и торговые, и неторговые суда у побережья Африки. Вот как раз-таки сомалийские пираты орудуют до сих пор. Ну, у тебя там в тексте было очень много тем для вопросов нашим слушателям. Выбери хотя бы одну какую-нибудь и задай свой вопрос. А чтобы наши слушатели как раз-таки уже... Можно я немножко про другое задам, да? Можно. Меня можешь не спрашивать, можешь сразу задавать вопрос. Как называли новгородских речных пиратов? О, вот так вот. То есть мы знаем пиратов привычных, как раз-таки с Веселым Роджером на мачте и вот это вот вооруженным до зубов, типа а-ля такие Джек Воробей. А были, оказывается, пираты и в наших широтах. Ну, я хочу сказать, что все-таки главный герой книги Максима, он не пират. Он честный моряк, он на службе английского короля. Да, Максим? Да. Хочешь рассказать? Да. О своем главном герое? Мы все-таки как-то туда не можем понять, все-таки про пиратов книга или не про пиратов. А может быть, пираты-то они первые и были честными такими, и тоже были у кого-то на службе. Что за капитан Минральд, если он не пират? Кто он такой? Просто ученик, только как бы... прошедший свою морскую школу и обладающий командой, которые не были пиратами. Вот сейчас это зацепило Максима. Тема, чувствуете, да? Мы говорим все пираты, а он говорит, нет, ребята, он не был пиратом. Он был честным мореплавателем, путешественником. Да, у них была ответственная миссия доставить ценный груз. Вот, и они чуть было не провалили это задание. На них свалились всякие беды и несчастья. Но им стали попадаться на пути хорошие люди, которые им помогли, и в итоге они доставили ценный груз куда нужно. Но я не буду полностью этот сюжет рассказывать. Сюжет лучше самим каким-то образом уже прочитать в книге. Надеемся, мы в очень скором времени эта книга появится на книжных полках. Ну, ее уже можно купить и в магазинах, и у нас в издательстве можно приобрести. А в каких магазинах она теперь продается? Вятка Роспечать, книга есть. Книжный друзья, магазин. Ну, капитан Минральд, слава богу, как выясняется, не был пиратом, а у нас вопрос про пиратов прозвучал, поэтому давайте услышим ответ на этот вопрос. Дозвонились к нам в студию. Злата, принимай, пожалуйста. Привет, как тебя зовут? Здравствуйте, меня зовут Витя, мне 9 лет, я учусь в 70-й школе. И как называли новгородских речных пиратов? Ушкуйники. Да, это правильный ответ. Ушкуйники. Ты уже определился, какой приз ты хотел бы получить? Да. Книга? Приглашение? Есть приглашение какое-нибудь. Да, у нас много приглашений еще осталось. Ведь ты первый, кто как раз-таки попросил на приглашение. Можно в какой-нибудь театр? Да, смотри, у нас есть спектакли, приглашение на спектакли «Роза и Соловей» и приглашение на спектакль «Комната сбывшихся желаний». Ну, можно, когда приглашение в батутный парк? Ого. Батутный парк, да, Марио. Все, без вопросов. Витя, оставайся на линии, сейчас тебе расскажут, как можно забрать это приглашение. Спасибо большое за звонок, спасибо за правильный ответ. Ну, мы, кстати, возвращаемся опять же к теме. Ну, вот смотрите, сюжет книги мы так по ходу раскрываем, и тем даже интереснее, да, какие-то вещи мы узнаем от самого автора. Максим, скажи, пожалуйста, а есть ли в планах продолжение уже сразу? Есть. Уже готова вторая часть? Да. Когда выпускать будешь? Да, как издатель готов, родители готовы поддержать. Ну, наверное, надо продать сначала первую книгу, да? Да. Вот. Ну, мы будем всячески в этом Максиму помогать. Мы в этом году в четвертый раз будем представлять Кировскую область на книжном фестивале «Книги России» на Красной площади в Москве. Вот. И мы уже подали заявки в программу, в том числе... Презентация книги Максима запланирована прямо на Красной площади. Вот, поэтому я думаю, что мы будем в этом направлении продвигаться. И как только те затраты, которые родители Максима понесли на первую книгу, окупятся, я думаю, что мы можем продолжаем, так сказать, выпускать. Ну, я думаю, книги. Максим пока, конечно, наверное, еще не задумывается о таких гонорарах, хотя бы как у Джоан Роулинг, допустим, за ее серию книг о Гарри Поттере. Но так или иначе, гонорар
Максим, играет для тебя какую-то роль сейчас вот писательский? Хоть... Нет, не играет. Ну, явно ведь не за деньги, да, пишешь, правильно? Хочется, потому что, чтобы вот всем донести свое творчество. И слава богу, да. Да, но важно, чтобы все равно деньги на издание книги все-таки были. Это действительно дело затратное, поэтому желаем, естественно, успехов тебе в издании следующей части этой книги. А у меня еще, знаешь, какой вопрос? Девочки, вам сейчас, вот, как вы думаете, вообще сложно писать книгу? Да. Ну, честно, мне вот не очень. Но я вам когда... с сочинениями как? Вот вы сказали, что сочинения в школе пишутся. У вас легко удается им писать? Нам в школе очень часто задавали писать маленькие рассказы, ну, небольшие, там, две страницы альбомных. Ну, и вот сколько у вас времени, сколько быстро, да, пишется? Ну, тут книга явно, ребят, не две страницы, поэтому тут, конечно... У меня с сочинениями плохо. С сочинениями плохо? У меня нормальные сочинения. Но вот Максиму-то оказалось больше даже, наверное, сложно не написать книгу, да, а как раз-таки, опять же, найти средства уже сразу на ее издание. Вот это оказалось сложнее, потому что, я удивляюсь, что за 2-3 года у него уже несколько книг фактически готовых выйти в печать, если, вот, опять же, найдутся средства, найдется те, кто поддержит. Что еще помимо путешествий, морских приключений, стало темой вот твоего творчества. Что еще тебе интересно? Дикий Запад? То есть ковбои? Там есть и такая тема. Вот. А ты будешь выпускать эту книгу? Ну, планируют. Максим, В этой книге герои оказываются неожиданно. В том числе и на Диком Западе. В том числе и на Диком Западе, да. И у меня сразу предложение. Максим, давай разыграем книгу, потому что у нас очередной вопрос обязательно должен прозвучать до конца эфира. Мы должны успеть разыграть твою книгу. Вот, друзья, сейчас, внимание, важный вопрос от Максима. Помнишь про корабль, да? Да. Давай этот вопрос, он и будет ключевым у нас сегодня. Как раз-таки он связан еще и с темой Дикого Запада отчасти. Как назывался корабль в сказке? Да, итак, сказка «Капитан Минральт» и его команда, автор Максим Мельчаков, он у нас сегодня в студии. И... Ну, тут надо подсказку сделать. Да, сразу подсказка, почему мы сказали, что с темой Дикого Запада он тоже отчасти связан. Корабль называется так, я подскажу, да? Mm-hmm. Можно, Максим, подскажу слушателям? Корабль называется так, как называются дикие лошади в Америке. Да, на Диком Западе. На Диком Западе в Америке называют диких лошадей. Вот точно так же назывался... Корабль. А еще машина есть такая. И машина есть такая, да. Есть машина с таким названием. Поэтому, друзья, если знаете правильный ответ, 211-101, мы обещали всем, даже тем, кто уже дозвонился сегодня к нам ранее, поучаствовать в розыгрыше именно этого подарка, книги от Максима Мельчакова с автографом автора. Вот что самое важное, друзья мои, это дорогого всегда стоит, поэтому обязательно звоните нам. Если знаете правильный ответ, и у нас сразу звонок. Максим, принимай, это удача, это сразу, буквально секунды не прошло. Доброе утро! Здравствуйте! Ну, меня зовут Маргарита, мне 14 лет, я учусь в 70-й школе. Замечательно, поздравляем вас с этим. Ну что, Маргарита, есть ли у вас правильный ответ, как вам кажется? Корабль называется «Мустанг». Ну что, Максим? Верно. Подсказка пригодилась или просто уже каким-то образом знали правильный ответ? Подсказка пригодилась. Подсказка пригодилась. Ну, вот Евгений, он правильно все тоже сделал. Ну что, рады, Маргарита? Вот, очень. Собственноручно Максим вам ее подпишет сегодня, и вы эту замечательную книгу получите лично. Сейчас вам расскажут, как ее можно забрать. Спасибо огромное за то, что слушаете нашу программу. Звоните нам еще. Ну вот, книжка нашла своего обладателя. Поздравили Маргариту. Но у нас-то программа не заканчивается. Я задам вопрос? Конечно. Это будет творческий вопрос, потому что никто точно не знает эту историю. Джеймс Кук 2 раза появлялся на Гавайях. И первый раз его аборигены приняли за бога, а второй съели. Как вы думаете, почему аборигены так поступили? Чем интереснее ответ, тем лучше. Например, Высоцкий писал, что хотели кушать и съели Кука. Да, хотели почему кока, аборигены съели, а съели Кука? Я нашла информацию в интернете, что второй раз, когда он приплыл, его корабли были повреждены штормом, и это оскорбило местных жителей.
Вот разочаровались вот. В Боге. Разочаровались просто, да. Ну, бывает такое, мы тоже часто испытываем разочарование. Не смогли с разочарованием справиться. И... К сожалению. Джеймс Кук, вот, Максим, опять же, сразу из предыдущей истории к тебе вопрос, а были ли какие-то реально... Ну, то есть, кто-то тебя вдохновлял, может быть, из известных путешественников на то, чтобы появился капитан Минральд? То есть, это все-таки вымышленный персонаж, но, может быть, кто-то был реальным прототипом, был реальный человек из жизни? Нет. Нет, то есть, это прям вот все придумано с листа, с чистого. Да. А сам ты читал что-нибудь про путешествия известных каких-то? Вот Фернан Магеллан, Джеймс Кук, тот же самый Христофор Колумб. Читал. Читал? И кто-то вот близок по ну, своему образу, по поведению, по каким-то открытиям, близок к капитану Минральду? Не. Все где-то далеко. Капитан Минральд, он такой один, уникальный. Уникальный путешественник. Это здорово. Это здорово, да. Это здорово. Итак, Ева, вопрос. Вопрос будет у нас сегодня связан с путешествиями, или мы оставим это просто историей? Как в смысле? Думаешь? Вопрос какой-то прозвучит у нас сегодня? Ну вот, это был вопрос. То есть это все-таки вопрос, да. Уже сразу. Ева ждет ответ. Творческий ответ. Творческий ответ. Кстати, насчет разочарования. Я просто думал, что это сразу уже и ответ готовый. Итак, друзья, это один из вариантов. Один из вариантов вот так представили. Если у вас есть свой вариант, почему все-таки аборигены съели Кука? Молчит наука, а вы, возможно, знаете. Звоните нам, 201-101. И чтобы у вас был полет фантазии еще более неограниченный, Злат, давай сразу второй свой вопрос. Все знают фильм «Пираты Карибского моря». Безусловно. Надеемся. Вот, достаточно легкий вопрос. Как звали главного героя в этом фильме и какой актер его сыграл? Вообще, красота. Вот мне сейчас кажется, и на тот, и на другой вопрос можно не думать, можно сразу звонить. Потому что я уверен, Ева, даже если знает правильный ответ, мы все равно примем самую, наверное, еще и оригинальную версию, да? Почему же аборигены съели Кука? Правильного ответа, тем более, нет. Что нет, да. Поэтому давайте творческие свои способности включайте. У нас тема сегодня как раз-таки творчество. И... Напишите свою историю, почему аборигены съели Кука. И, возможно, я хочу сказать насчет разочарования, про которое вы сказали. Mm-hmm. В Австралии есть... гора разочарования, получившая свое имя после того, как путешественники нашли вид с этой горы не идеальным. То есть взобрались, подумали, что там все будет классно. Вот, а у нас классно сегодня движется тема вопросов и ответов. Но в Австралии есть также и озеро разочарования. Когда путешественники, пройдя вдоль множества рек и ручьев в поисках источника пресной воды, наткнулись на соленое озеро, они были очень разочарованы. Но это логично, да. Хочешь пить, а попить-то и не придется, потому что водичка солененькая. Кстати, знаете про животных, которые могут пить соленую воду? Хотя бы одно. Оказывается, есть животное, которое может пить соленую воду. Это пингвин. У него есть специальные железы, которые вот, позволяют соль оттуда прям вот выводить. Ну, опять же, друзья мои, смотрите, сколько мы всего нового и интересного узнаем. Озеро разочарования, гора разочарования. Путешествуйте, пишите книги, и все будет здорово. А еще правильно отвечайте на вопросы, которые звучат у нас в студии. У нас есть ответ. Да? А доброе какой утро. Вопрос? А сейчас узнаем. Доброе утро. Здравствуйте. Привет. Как тебя зовут? Алина. На какой вопрос ты хочешь дать ответ? На второй. А, про пиратов Карибского моря. Да. Ну, отвечай. Давайте, Алина, отвечайте. Главного героя звали Джек Воробей. А кто его сыграл? Как актера звали? Оп. Опс. Ну нет, там не оп, там по-другому. Там, давай мы тебе подскажем, там Деп. Осталось только имя вспомнить. Там не оп, а Деп. Фамилия у него Деп. А имя у него, ну такое, знаешь, у него даже имя пиратское отчасти. Джи-джи-джи-джи-джи? Джи. Начинается. Алин, мы понимаем, что сейчас волнуешься. Итак, как зовут актера все-таки? Есть там кому подсказать? Родители, срочно шепните на ушко. Ну, нет. Да ладно, не расстраивайся, если ты не знаешь, как зовут этого актера. В силу возраста, наверное, просто он уже все-таки такой дядечка солидный. Ему уже 50 лет, поэтому Джонни Депп. 50? Это вот, да, Джонни Депп. Причем, да, ему с хвостиком уже. То есть он не такой молодой, как кажется на экране. Джонни Депп, актер, сыгравший Джека Воробья. Поздравляем, в любом случае, Алина, ты молодец. Какой подарок хотела бы, книгу или путешествие? Путешествие в одно из интересных мест нашего города. Путешествие, давайте. Путешествие. Вот у нас спектакли есть, поэтому выбирай спектакли. За эфиром тебе редактор поможет с выбором. Спасибо огромное. Ну и путешествуй сама. Вот иногда...
путешествия вдохновляют на литературное творчество, а иногда литературное творчество вдохновляет на путешествия. Вот как раз у нас второй случай сейчас. Второй случай появился. Но вот заметьте, как нелегко вдохновиться на творчество, оказывается. С утра-то в воскресенье. Но меня все равно радует, что сегодня у нас большее количество наших слушателей предпочитает книги. Да, да. А не развлечения. Это здорово, мы этому всегда радуемся, на самом деле. Поэтому у нас всегда большие запасы литературы, которую мы с удовольствием передаем в надежные руки читателей. Ну что, Ева, как ты думаешь, будет все-таки ответ сегодня творческий на твой вопрос? Надеешься? Очень надеюсь. Мы тоже все надеемся. Мне очень интересно послушать интересные истории. Причем, уважаемые слушатели, почему мы так настоятельно рекомендуем вам свою фантазию все-таки включить? У нас в студии-то ведь, еще раз говорю, настоящий юный писатель и настоящий издатель. А кто знает, а вдруг ваша история окажется настолько яркой, что ляжет в основу новой книги. Либо вы подскажете сюжет Максиму, либо сами решитесь написать книгу, и вот Евгений повезет уже на пятую, допустим, выставку, следующую книгу, за вашим авторством. Почему нет? Мы этому будем крайне рады, потому что, наверное, все-таки, я правильно помню вот то, что вы сказали в самом начале, книги юных писателей все-таки в издательстве выходят крайне редко. Ну да. Это, скорее всего, исключение из правил, да? Ну, вот надо сказать здесь, что Фонд поддержки Художественного музея имени Васнецовых реализует сейчас проект по президентскому гранту. Они получили на этот президентский грант. Вот. В рамках этого проекта по развитию музея-усадьбы Рябова, усадьбы Васнецовых, проект «Котомка сказок». В этом конкурсе поучаствовали дети и их родители, которые живут в Зуевском районе. Вот. И по итогам этого конкурса мы выпустили тоже вот совместно с фондом по их заказу книгу победителя этого конкурса. Там не только прозаические произведения, но и стихи, и есть просто семейные рассказы, основанные на реальных событиях. Вот. Но это все-таки такой коллективный сборник. Безусловно, сборники вот. Это одно, а вот да. Прям авторская вещь. А вот авторская вещь, ну и в нашей практике, я вот, честно говоря, не припомню в ближайшие, по крайней мере, годы, чтобы что-то подобное выходило. Ну, про коллективные сборники, да, мы знаем, что вот наверняка и у Евы, и у Златы, да и у Максима, может быть, у друзей есть такой опыт, когда действительно классами собираются что-то, пишут какие-то небольшие истории, и потом это ограниченным тиражом издается как раз-таки для, опять же, ограниченного круга читателей. А вот такие эксперименты, ну, я все-таки назову это экспериментом. Конечно, потому это достаточно такой серьезный эксперимент. Да, да, но, во-первых, мы надеемся, еще раз говорю, на успех этого эксперимента, и надеемся, что это послужит, да, вдохновением для ребят, которые только-только, может быть, еще решаются. И для родителей, понятное дело, сразу, потому что без поддержки родителей ничего бы не случилось. Девчонки, скажите, пожалуйста, вот, опять же, ну и Максим, наверное, тоже мне поможет ответить на этот вопрос. А вот как сделать так, чтобы книга была интересна абсолютно всем? Есть у вас ответ на это? Тоже давайте пофантазируем. А Максима, наверное, как у писателя. Как у писателя. Есть ответ. И сразу ответ будет, да. Есть? Есть. Давай. Чтобы книга стала интересной, надо не мелочиться. Если какие-то вещи перечисливать, то в порядке вещей. И чтоб уж много, то чтобы писатель еще не забыл о чем. И читатель, и писатель. То есть, чтобы линия-то повествования, она прослеживалась постоянно, чтобы не забывали, о чем читаем и о чем пишем. У нас есть ответы буквально несколько минут до окончания. А все уже, у нас заканчивается время, дорогие друзья. Да, чуть-чуть не уследили за временем. Итак, если вы все-таки знаете ответ правильный на вопрос, который озвучила сегодня Ева Кравцова, обязательно как-нибудь дозвонитесь в дальнейшем или просто для себя напишите маленькую историю, пусть это будет продолжением нашей сегодняшней программы, потому что основная тема была все-таки творчество, фантазия, а все остальное, путешествия, чудеса, это лишь дополнительный источник информации и, опять же, вдохновения для ваших творческих фантазий. Поэтому, друзья, спасибо огромное, что были с нами этим утром, воскресенье, открывашка на 101.0 FM. Спасибо огромное, до новых встреч, юные открыватели, исследователи, пишите, читайте и будьте с нами. Спасибо. Детская познавательная программа «Открывашка».